Начало 20 века в России – пик волны политических убийств. Два министра внутренних дел, министр просвещения, великий князь Сергей Александрович, губернаторы, высшие сановники становились жертвами терроризма. Боевики хотели уничтожить и царя, но как они не пытались этого сделать, у них ничего не получилось. Во многом благодаря Александру Ивановичу Спиридовичу, в течение 10 лет возглавлявшему личную охрану императора. Его альма-матер стал кадетский корпус, располагавшийся в здании, которое находится у меня за спиной. Заведение носило имя графа Алексея Аракчеева. Именно его денежный вклад послужил основой для открытия корпуса недалеко от Новгорода. Просто Новгорода. В Нижний он был переведен в 1866 году. Книга Спиридовича «Записки жандарма» начинается следующими словами. Высоко над Волгой, почти в центре старого Кремля, с его древними кирпичными, покрытыми мхом стенами и башнями, раскинулось покоем буро-красное здание Аракчеевского кадетского корпуса. Во-первых, что значит «покоем»? Все просто, буквой «П». Действительно, если взглянуть сегодня на здание сверху, то мы увидим именно такую форму. Можете проверить в Google Maps или в Яндекс.Картах. Во-вторых, обрати внимание на странную колеровку – буро-красное. Это строение сейчас вам представляется буро-красным? Была тогда какая-то необъяснимая тотальная мода на подобный цвет, в которой, например, в Петербурге были выкрашены многие дворцы от Зимнего до Аничкова. Родилась даже народная байка, что кайзер Германии Вильгельм II решил подарить своему кузену в Россию вагон с Суриком, и тот, не зная, что с ним делать, пустил на краску. В записках мы находим массу подробностей о жизни и бытии учащихся. Парни утром и вечером обливались по пояс холодной водой. Особым шиком было спать под одной простыней даже зимой. Или выскочить из бани в снег. К женщине внушалось рыцарские военные отношения. Погоны, форма, умение хорошо танцевать помогали кадетам завоевывать сердца барышень. Но, как пишет Спиридович, область половой сферы оставалась вне внимания начальства. Кадет считали детьми до 18-летнего возраста. Между тем, многие уже с 4 класса познавали на практике тайны интимной сферы. Одни бегали на свидания в отпускные дни к разным швеечкам и модисткам. Других прибирали к рукам опытные дамы общества. А некоторые бывали в публичных домах. Даже упоминается название одного из них – «Конкордия». Барышни были молодые, веселые, брали пустяки, играл рояль, давали пиво. А главное – таинственность запрета, опасность предприятия и молодчества. Он был в Конкордии, звучало серьезно, писал Спиридович. Не мудрено, что после этого у некоторых начинались таинственные беготня к лазаретному фельдшеру, тщательно припрятываемые аппараты, разные бальзамы и капли. После окончания корпуса Спиридович поступил в Павловское военное училище в Петербурге. Его учащихся называли «павлоны-солдафоны». Нижегородцев, которые там учились, прозвали даже не аракчеевцами, а макаревцами. Ну, не мудрено догадаться, почему. А затем он начал делать карьеру в спецслужбах. И вот здесь крайне интересно обозначить отношение к ним общественности. В книге «Курсив мой», написанной уже в эмиграции, Нина Берберова сетовала на то, что она не поговорила о русском масонстве с генералом Спиридовичем, который также был в то время в столице Франции. Берберова активно изучала эту тему, почитайте ее труд «Люди и ложи». Так вот, цитирую. «В те годы осуществить контакт с таким человеком для меня было невозможно. Он был жандарм, и я с жандармами ничего не могла иметь общего». И это писалось уже после 1917 года, можете себе представить, как обстояло дело до. Неодобрительно относились к жандармам и военной среде, не говоря уже про гвардию. Но таких людей, как Спиридович, общественное презрение не пугало, ведь кто-то должен защищать государство от террористов. Уже были убиты министр внутренних дел Сипягин, губернаторы Харькова и Уфы Оболенский и Богданович. Сипягина убил в Мариинском дворце бывший студент Балмашов. Боевая организация партии эсеров планировала новые теракты, а ее глава Григорий Гершуни был неуловим. До тех пор, пока не попался в руки начальника Киевского охранного отделения Александра Ивановича Спиридовича. Этим арестом он обеспечил себе производство из ротмистра в полковники. Но через 2 года был ранен своим собственным секретным сотрудником на глазах жены и детей. Супруга не перенесла шока и сошла с ума. После лечения Спиридовичу предложили возглавить дворцовую охранную агентуру.
Какие только планы по устранению монарха не вынашивали революционеры. От убийства во время приемки броненосца до бомб, сброшенных с аэроплана на Зимний дворец. Но царь здравствовал и разъезжал по стране и Европе, он был в безопасности. Спиридович отметился не только этим. Малоизвестный факт – он стоял у истоков российского служебного собаководства. Первые специально обученные псы появились именно в охране Николая II. Главному царскому телохранителю светил пост петербургского или московского губернатора, но из-за интриг в 1916 году, уже будучи генерал-майором, он отправился управлять относительно тихой Ялтой. И многие потом жалели, что в критический момент такой знаток революционного дела отсутствовал в столицах. Ведь именно Спиридович написал главные исследовательские работы о партиях того времени. Например, эсерах и большевиках, опередив их самих в этом. После отречения Николая II бывший ялтинский градоначальник просидел несколько месяцев в Петропавловской крепости, но чрезвычайная комиссия, сформированная временным правительством, так и не смогла найти никакой вины в его профессиональной деятельности. Генерала отпустили. Он, прекрасно понимая, куда ветер дует, эмигрировал в Европу, где написал несколько книг, которые являются до сих пор ценным материалом для историков. Кстати, его записки жандарма были напечатаны еще в 1928 году в издательстве «Пролетарий». Даже советская власть признала важность этого труда, естественно, снабдив его идеологически правильными комментариями. В конце жизни бывший царский служака оказался в США, где и умер. Его архив, который жена продала Ельскому университету, до сих пор не изучен. А ведь сколько интересного откроется нам, если у кого-то дойдут до этого руки. А у вас, надеюсь, дойдут ноги до Нижнего Новгорода. С вами был гид Павел Перец и команда проекта «Нижний 800».